мои дорогие подписчики! Сегодня мы с вами на канале Суперразвлекательный! И у нас ваша любимейшая игра, о которой вы всегда мне пишете в комментариях и про которую вы мне много чего рассказываете. Это игра Dragon City! И мой остров драконов развивается вместе с вами! Спасибо вам за это! Так, я хочу немножечко подсобирать золото, еды, а еще посмотреть, как поживают мои дракончики, конечно же. Вот они, мои дорогие и любимые, мои собственные драконы. Я их обожаю. Так, друзья, из чего это нам сегодня такого начать? А начнем мы, конечно, с самого маленького нашего героя. У нас же кто-то рождается. Помните, в прошлом выпуске мы с вами купили нового дракончика. Дракончика Льда. Ну, давайте посмотрим, какой он. Разместить. Купите в магазине и постройте новый дом Лед. Хорошо. Покажите нам, где его можно купить. Где этот дом? Что? Лед стоит 75 тысяч монет? Ребята, хоть у меня 115 тысяч, а новый дом надо покупать. Тем более у нас есть где его разместить. Так, я покупаю, размещаю, в магазине все забираю. Эх, жалко, что дракончик Льда не может жить в каком-нибудь другом домике. 75 тысяч. Ладненько, берем. Смотрите, какой красивый дом. Так, около драконов огня мы, конечно, его ставить не будем. По крайней мере, слишком близко, иначе растает. Ну-ка, да, супер. Ну, а теперь я могу разместить моего масенького дракончика. Поместить вот сюда. Ну, давай, покажись, малыш. Вот какой красивый! Поздравляем! Меня, между прочим, поздравили. А я хочу его немножечко покормить. И хоть мои подписчики говорят, не надо тратиться на маленьких дракончиков, тратиться только на сильных, но самых маленьких тоже хочется хоть немножечко покормить, хоть посмотреть, какие они вырастают. Тем более у меня еще ни разу не было дракона Льда. О, какой красавчик! Морозный дракон! Супер-супер! Так, мне надо его покормить, я думаю, до 10 уровня. Я хочу посмотреть, какой он будет. Да, на 7 уровне он тоже вырос. И достаточно неплохо. Ладненько, поживи немножечко здесь. Глядите, он тоже летает. Я надеюсь, что скоро этого дракончика я смогу взять с собой в битву. А пока что мне мои подписчики советовали кормить только самых сильных драконов. И на их взгляд, один из самых сильных — это дракон любви 10 уровня. Ладно, прокормим его немножечко. О нет, 10 уровень максимальный. Построй драконий насест, чтобы повысить максимальный уровень всех своих драконов. Да, с 10 будет 15. Хорошо, покажите, где он. Сколько? 200 тысяч монет? Ребята, нам на это копить и копить. Да. И кажется, самое обидное то, что у нас все драконы максимального уровня. О нет, Кейко еще не максимального. Давайте его немножечко тоже прокормим. Он вырастет. Смотрите, какой модный. Какой он грозный. Ну и прокормим его, конечно, до 10 уровня. Раз мы наших самых сильных драконов прокормить не можем сразу, покормим не таких сильных. По крайней мере, у нас все драконы будут теперь 10 уровня. Так, а здесь что у нас происходит? Ага! Новое яйцо и новый дракончик. Жалко, что мы не можем посмотреть, какой получится. Безумно интересно. Тем более, этого дракончика советовали наши подписчики. Говорили мне, кого скрещивать. Пишите мне обязательно в комментариях, кого лучше с кем скрещивать, чтобы получить уникальных драконов. А мы продолжаем смотреть. Так, здесь у нас все 10-го.
и здесь 10-го, и даже здесь 10-го. А вы, уважаемые? Ага, есть один красавчик 7-го, и мы его тоже прокормим до 10-го. Ну-ка, посмотрим на него. Красивый какой, злобный, ужас просто. Так, а вот тут, а эти драконы, смотрите, Северин, он тоже 8-го только уровня, а нам надо 10-го. Так, на всех дракончиках хватит, интересно. Во, красавчик Родни, давай, я не зря копила еду. О, на Родни не хватило, совсем чуть-чуть. А эти товарищи? Тоже. Еды надо побольше, тем более для Бада. Он экологический, очень сильный, говорят. Ну что ж, друзья, раз мы сейчас покормить никого не можем, думаю, нужно отправляться в сражение. Ну-ка, где мои бои? Там я могу зарабатывать много-много всего. Тем более, еще кубок боевых искусств не закончился у меня. Пойдем прямо сюда. Вот какие у меня красивые драконы против меня. Я иду тоже сражаться и выбираю дракончиков. А давайте выберем, ну, не таких сильных, таких крутых, а чуть-чуть послабее. Например, Коко еще ни разу не сражался. Теперь я хочу взять дракончика льда. Где он у меня? Морозный пойдет. И кого-нибудь. Ой, я тут гляжу, вот силы. Северин очень крутой, у него аж 3 силы. Так, а у кого еще? А, дракон любви тоже. Элиута 2, Бада 3. Ну да, конечно, недаром их называют сильными драконами. Но я возьму Фафи. Пускай они посражаются. Тем более у нас не очень сильные противники. Ну что ж, начнем, пожалуй. Так, поглядите, Морозный пришел сразиться. Кстати, мои дорогие любимые подписчики написали мне одну интересную новость. Если на драконьих возможностей внизу есть стрелочка вверх, значит удар будет самый сильный. Если вниз, то слабый, а если крест, то вообще никакой удар не нанесет. Вот я смотрю на моего морозного дракона и вижу стрелочку напротив лютого мороза. Попробуем, посмотрим, что даст нам лютый мороз. Сильный удар! Спасибо вам, дорогие подписчики, за подсказку. Она оказалась как раз кстати. Так, но кажется, огонь, лед мой тоже бьет неплохо. Пора сменить дракона. Я меняю дракончика. Ой, давайте Коко попробуем. Он еще ни разу не пробовал. Ну что ж, землетрясение никак не поможет. Цунами, удар на лету. Ну попробуем удар на лету. Что это будет такое? Ох, тышка! Правда, не очень сильно тоже. Ой, и этот дракончик моего совсем не сильно ранил. Давайте попробуем цунами. О, смотрите, а вода на него подействовала. Мне нравится такой исход. Колючие корни. Ой-ой, кажется, я сейчас лишусь дракона. Ну что ж, попробуем сменить. Например, выбрать Фафи. Она еще ни разу не сразилась. Ого! Ее атаки будут абсолютно бесполезны. Ну ладно, пускай она хотя бы попробует. Пинок! Вот так лучше? Ого! Достаточно сильно! Она очень крутая! И у меня победа! Пока мои дракончики немножечко отдыхают, я бы хотела забежать вот сюда. Мне интересно, никто мне не пишет, что это за перегонки такие. Это очень сложно. Героические гонки. Единственное место, где можно получить дракона с героической раритетностью. Самый новый, самый лучший. Выигрывай гонку и получай его. Ого! А это сложно? Я смогу справиться! Так, героическая раритетность является самой лучшей. Обладающий ей дракон сильнее имеет особенную ауру. Что это значит? Выполняй миссии, чтобы продвигаться в соревновании с другими повелителями драконов. Ну, я попробую выполнять действия в игре для продвижения вперед и не позволяй соперникам обойти тебя. Если хочешь получить призы, постарайся добраться до нужного круга. Ребята, это кажется сложно. Призы зависят от занятого в гонке места. Победитель получит эпического дракона. И как же это делается, ребят? Честное слово, ну не знаю. Ну и как же мне здесь начать гонку?
кажется, ничего толком не открывается. Что же мне тут делать? А это что такое? Вращай бесплатно. Ладненько, повращаем. Что это будет, интересно? Ну-ка посмотрим. Что это за чудо-юдо такое? Один предмет, я получаю какую-то еду. Но огонка-то где? Может быть, она еще не началась? Или старая не закончилась? Ребят, пишите мне, пожалуйста, как мне поучаствовать в гонках. Напишите в комментариях, потому что я ничего пока разобрать не могу, честное слово. Надеюсь на вашу помощь. А пока что, вы знаете, что я хочу сделать? Я хочу пробежаться по этому мостику и забрать себе кусочек земли нового острова. Давайте на него глянем. Посмотрите, какой он красивый. У нас откроются новые возможности. Я в этом просто уверена. Так, я забираю кусочек. Он стоит 50 тысяч. Я, конечно, потрачу много золота, но мы купили новый остров. Супер, супер, супер. Открылся, наконец. Вот здесь можно будет размещать новых драконов, когда место на этом острове совсем закончится. А оно, между прочим, уже абсолютно и совершенно заканчивается. Ну что, есть у меня еще возможность посражаться? Хочу на это посмотреть. Открывайся давай. Быстренько, быстренько, быстренько. Вот мое сражение. Кто новый противник? Ого! Лазерный дракон, дракон земли, облачный дракон. И как же мне с ними сражаться-то? Ладно, выберу своих драконов посильнее, потому что эти силы я совершенно не знаю. Например, пойдет Несси, он мне очень нравится. А еще Северин. А еще давайте выберем дракона любви. Супер! Идем сражаться. Ну, как есть. Честно говоря, не смотрела силы и даже не ориентировалась. Так, ну на меня первого нападают и достаточно неплохо выбили. Но мне это совершенно не нравится. Давайте попробуем оглушение. Вот, неплохая атака, хотя до конца я не выбила. Смотрите, мой дракончик сейчас он проиграет. Надо срочно сменить дракона. Возьмем Лиан. Лиан, давай, готов, начинай. Так, опять ничего. По-моему, я выбрала не тех драконов для этой схватки. Но этого я победила. Хорошо, а кто будет следующий? Ну, Лиан, ты справишься хоть немножечко? У тебя есть какая-нибудь супер-пупер атака? А посмотрим у другого дракона, есть или нет. Да, сильной атаки что-то не предвидится. Ладненько, давайте так сражаться. Смотрите, у него не получилось отбить, это было здорово. О, ну этого я знаю. Ого, какой злобный. Ничего, мы справимся. Огненные стрелы, как вам такое? Давай, запускай. Огненные стрелы, да побольше. Вот так. Этого мы победили быстро. И я прошла, я прошла, я прошла. Победа! У-ху! Нам еще осталось совсем чуть-чуть, и квест будет завершен. А пока у нас идет время, я бы хотела заглянуть в одно интересное местечко, о котором рассказывали мои подписчики. Там, где я получаю награды и призы, я могу что-то получать. Какие-то пазлы, какие-то награды. Это же интересно. Давайте попробуем сделать бой. Только вот я бы, наверное, сменила драконов. Хотя у меня 10-го, а у этой прекрасной мадемуазель всего лишь 4-го, 9-го и 6-го. Пускай мои драконы посражаются. Может быть, это настоящая арена? Поглядим. Так, ну кто? Кто собирается первый? Я буду нападать, да? А если я сменю дракона? Например, выберу дракона любви. У нее есть какая-нибудь сильная атака? Ах, молния слабая. Надо посмотреть всех. А вот этот дракончик сильной атаки есть? Нет, потоп, цунами. Ну ладно, попробуем потоп. Вроде бы этот Феликс у нее какой-то огненный. Слушайте, неплохо. Ну что, Феликс, попробуй. Ого, и у Феликса хорошо получается. Он меня почти одолел. Ладно, попробую драконом любви. Шары лавы, поцелуйчики. Так, я одолела Феликса. Кто следующий? Охо, хэппи-хэппи. Что ты будешь делать дальше? О, ну слабовато, честно говоря.
Ладно, а если жесткая атака? Раз, два, три, четыре, пять. И Хэппи ушел гулять. Кто следующий? Ого! Вот это дракон! О, как же я с ним буду сражаться-то? Вы поглядите, какой сильный! Я хочу сразиться, но у меня, боюсь, плохо получится. Давайте попробуем жесткую атаку. Получится жесткая атака? Слабоватенько, я могу потерять всех драконов. Он такой сильный. Но вы знаете, он немного выбил. Огненные стрелы. А что ты скажешь про огненные стрелы? Он огромен, но слабоват. Давай, давай, давай. Я этим драконом тебя быстренько одолею. Еще раз огненные стрелы. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Пока, пока, пока. Глядите, я победила. И что же я получаю? Пазлы или награды? Посмотрим. Победа! У меня трофеи. Побежденных драконов 3 и мгновенная награда. Плюс 15 трофеев. А что они мне дают? Ага! Я, кажется, смогу открыть сундук. Правда? Самый первый раз я открываю сундук? Ничего себе! Я получаю сферы, чтобы забрать себе дракона облака и дракона булыжника. Мне нужны много сфер, и от своих подписчиков я узнала, что мне надо 100 сфер, чтобы получить хотя бы одного дракона. За такую ценную информацию вам огромное спасибо. А я возвращаюсь на поле битвы, потому что у меня осталось совсем немножко, и я хочу завершить этот квест. Нефтяной дракон? Такие разве существуют? А это что за ежовый дракон? Грязевой дракон? Как же мне с ними сразиться-то? Ладно, я постараюсь, но кого выбрать на эту грязь, даже не знаю. Давайте попробуем. Ой, глядите, я еще и не всех могу выбрать драконов. Так, а сюда, кажется, всех. Грязь, грязь, может быть, вода справится? Не знаю, пускай будет плескучий. А здесь мы еще подумаем, подумаем. Лучше Фави, Кейка, Морозный. Даже не знаю, кого брать. Ну что, неужели опять Несси? Ладно, пускай идут сражаться. Посмотрим, как нам удастся победить. И у нас Бен. Ну что, Бен, можешь ты сильно бить? Нет, не особо можешь. Хотя этот дракон с Беном что-то, видно, не очень совладает. Ладно, побей его. О, смотрите, получилось. Неужели получилось? Такое разве бывает? Это цунами. Ого, жесткая атака. Нет, я хочу, чтобы все мои драконы посражались. Как же так? Вот, например, этот дракон не имеет слабой атаки. И пускай он воспользуется оглушением. Оглуши его. У-ху, получилось. Лекс, пока-пока. Следующий дракон. Ох, нефтяной, какой красивый. И сильный, я вам скажу. Я тоже хочу такого дракончика. Ладно, попробуем жесткую атаку. Ну давай, Несси. Отлично, в следующий раз сменим дракона. А то наш последний дракончик совершенно не сразился. Я хочу сменить. Сменить. Дракошечка, дракошечка. Ого. Кажется, кроме пинка у нашего плескучего ничего не выйдет. Но пинок помог. Я победила, победила, победила! И мне осталась всего лишь одна битва, чтобы закончить этот замечательный квест. Ребята, сегодня мы сделали так много, это так круто! Мы купили новый остров, мы почти завершили квест. Кстати, там осталось всего лишь одно сражение, поэтому не пропустите, обязательно приходите, скоро будет новая серия Dragon City. А с вами была Болтушка-Веселушка на канале Супер Развлекательный. Подписывайтесь и не забывайте жать колокольчик. Чао, какао!